Ее мир, на первый взгляд, прост. Дом, семья, работа. Все как у всех, но при этом в ее собственном стиле. В стиле музыки и песенных текстов. В изобилии цветов. В честь юбилея Людмилы Куликовой на ее Куликовом поле расцвел еще один сказочный. Музыку к песне «Аленький цветочек» написала талантливый композитор, а исполнила ученица Анна Кравченко. Первая песня появилась для того, чтобы отправить ребенка на конкурс и быть там ни на кого не похожей, неузнаваемой. Чтобы не звучал наш репертуар у многих других певцов. Потому что многократно мы сталкивались с тем, что приезжаем на конкурс, и эти же песни звучат. Дети расстраиваются, и поэтому я начала писать песни для своих воспитанников. Мы детей принимаем без подготовки. Ну, конечно, минимальные какие-то музыкальные способности должны быть, и прежде всего желание. Среди ее учеников нет специально подготовленных и принятых по конкурсу. Людмила Куликова обучает всех, кто хочет петь, брать высокие ноты и понимать, о чем поют. Близкая и понятная детям компьютеризация, трогательная и нежная песня «Дюймовочка» на стихи Ольги Хомич. Каждая песенка – полноценный творческий номер для юных артистов. Людмила родилась в Брянске, в 90-х переехала в Анапу. Ее впечатление от города-курорта у самого синего моря в каждой песне. «Анапа, морская душа, нам снится море», «Черное море» воспели дуэтом «Две Екатерины». Военно-патриотическая тема тоже связана с морем и посвящена маленьким анапчанам «Подрастай, адмирал». Это о ней сказано: талантливые люди проявят таланты во всем. В детстве Людмила занималась рисованием, училась танцевать и музыке по классу фортепиано. Любовь к музыке и обучению – генное наследие от мамы. В свой день рождения Людмила получила букет от сына Дмитрия, такой же, как в ее авторской песне «Букет для мамы». Финальный аккорд юбилейного творческого вечера сыграла поэт и композитор Людмила Куликова, представив премьерный выход песни «Кубань, ты моя родина». Кубань.